Всем огромнейший привет! Я приветствую всех, кто заглянул ко мне сегодня на канал. И хочу немножечко показать свои покупки с сайта AliExpress. Пока ссылки на них не сгорели, хотя уже что-то сгорело. Их было немного. То, что у меня сейчас на руках, частично у меня лежат покупки на даче. Но я вам покажу те, которые пришли вот буквально на днях. Во-первых, для своих поделок я заказывала гранат. Крошку граната, она очень хорошо обработана, отшлифована, такая приятная на ощупь крошка, достаточно мелкая, как вы видите здесь, ну, 5, на сайте было написано от 5 до 8 миллиметров, наверное, так оно и есть, то есть, если вы себе представляете сантиметр, то это даже меньше, чем 1 сантиметр. Мне очень давно хотелось иметь крошку граната, но мне хотелось такой гранат, который был бы похож на зерна граната. Что-то, может быть, отсюда можно выбрать, но они шлифованные так, как, в принципе, можно их принять за зерна граната. Ну, вот такие вот мелковатенькие. Для вышивки камнями, я думаю, что прекрасно подойдет. Тем более, у меня есть еще и кабошончик граната, есть и гранат в породе, и у меня есть задумка для вышитого браслета. Браслеты я еще не вышивала. Это у меня будет эксперимент. Получится ли у меня вышить браслет? Но очень хочется. Гранатовый браслет у меня в задумках. Ссылочку на этого продавца я оставлю. Все это пришло достаточно быстро. Уж не знаю, по какой причине это все пришло в одной посылке. 3 заказа от разных продавцов мне пришли в одной посылке. Еще я заказывала вот такую ракушку. Здесь просто сколы. Давайте попробую поближе сфокусировать. Здесь просто сколы перламутра. Скорее всего, ракушки. Я думала, это будет больше перламутр. Но, наверное, я много хотела за такую цену. То есть, вот где-то от 200 до 300 рублей стоит эта ниточка. 200 там с чем-то, да. И я брала специально такой узенький перламутр для того, чтобы, опять же, использовать его в вышивке. Я думаю, очень красиво получится именно вышивка на сумке. Вот если вышивать что-то такое морское, это будет морское побережье, морские камни в летнем стиле. Ну вот получила такие осколочки. К сожалению, эта ссылка сгорела, я вам дать ее не могу. Сама удивилась, потому что, когда писала отзыв, уже не могла выйти, собственно говоря, на вот товар этого продавца. Но я думаю, что-то подобное всегда можно найти, если вам необходимо. Еще одно украшение я получила, деревянное. Я заказывала это украшение ради вот этих бусин. Деревянных бусин. Это пальма. И очень интересный размер этих бусин в виде полумесяца. Я что-то так загорелась. Мне показалось, их можно замечательно применить. Они могут стать нюансом украшения или даже главным элементом украшения. Поэтому само это украшение я брала ради этих бусин. Но когда оно пришло, я посмотрела на него и подумала, может, я вообще его в таком виде буду носить. Я на себя примерила, но, к сожалению, все-таки на разборку пойдет, поскольку вот здесь вот небольшая часть, здесь, наверное, сантиметров 12, которая идет на шею. А так как у меня шея не маленькая, то получается вот объем начинается уже где-то на плече, и это все на мне лично смотрится, ну, не ахти. Громоздко смотрится сверху, поэтому все-таки придется резать. Буду резать это украшение ради вот этих замечательных бусин. Вот эта ссылка еще рабочая. Я надеюсь, что к моменту, когда выйдет видео, она будет рабочая. Если вы увлекаетесь, если вам нравятся сами украшения в стиле эпоха, то вот, пожалуйста, можете воспользоваться. Вот это все, что касается AliExpress на данный момент. И, возможно, это видео будет составное. Может быть, я еще успею что-то сюда добавить. Те товары, которые мне уже пришли, но сейчас на даче.
Или, может быть, товары, которые еще идут, так как я заказывала еще и немножечко фурнитуры. Попрощаюсь на всякий случай, возможно, не окончательно, но скажу до новых встреч.